уже. Давайте еще раз шкаф. Слава, я в инсте, я на пару минут. Давайте рыбку вам поставлю. Что стоит рыба? А я вам еще одну поставлю. Так, Ураска, ты в ретрике, этот пал пришел потанчить. Два тела досуманиваем. О, кто-то ливнул, что ли, или что, сука? Да, да, ливнули. Петух. Кто ливнул? Так, первый здесь, заходи в дорогу. Кто здесь, кого ты зовешь? Ирокарп. Это который рога кровавый взор. Ирокарп, ну-ка заходи на рогу. Я уже баф. Я уже кулаки бафнулся. А мне же как всем бафнулся. Вот и слышишь, я на танк ролю, если что, да? Надо написать куда-то, или ты так запомнишь? Я на хилоролю. Мы на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Какое? Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Блять, подходишь к мобам мертвым и нажимаешь. Там же должен АОЕ такой скилл появиться, как лужа у ДК. Стоишь, кастуешь, вот так высасываешь из них души просто и все. Вот что-то применение юзается какое-то. О, две души, нихуя. Серьезная хуйня. Разбейте кокон. Там большой ведь. Там просто по 2-3 штуки почему-то. Снимите слугу трона. Сейчас ребят не спрашивают, вы не гильдия.
Ты вот со скелетом много должен дать душ. Нет, никто не хочет. Да, по области. Ты души сосёшь? О, клёво. А там нету, ты когда скилл нажимаешь, вот как у лужи у ДК не появляется такой кружок? Должен быть, по идее, какой. Не могли сделать так же, как миликом, типа ударил и все. Чем посохом? Нет, магией. Почему? Ты ж маг. Пробудился. Да, душ хорошо собирается. А вот если с боссов вообще много. А вот если еще кто-то собирает, то мало. Там лоб какой. Здесь же анимация, по идее. Либо один собирает, либо второй. И даже если вы одновременно кастуете, то все-таки первый успел, как соберет, а у второго каст прервет. Ты думаешь, у нас почему с Жижиком война была за душу? Ну как война? Я хотела трэш, а ему боссы поступало, а он хотел все сделать. Жена, он что-то вообще в ДВ перестал ходить, да? Да может времени нет, бывает же. Не, ну он ходил когда-то, я помню. Смертные! Ваш путь! Да, с таким коронавирусом еще интернет глючит. Вчера у меня не работал. Не смеет входить! Да, Кир, плюс-плюс. Так это ты его и сагрил, Войд. Ладно, ты не все исполняешь. Эрл Флаген. А ты когда поставил весёльный потолка? Так ты правильно не захотел. РДД еще не прочухали, что под конец каста этого чувака нужно подпрыгивать, чтобы он не замедлял каст. Подпрыгивать? Да? Я спиной обычно поворачиваюсь. Подпрыгиваю. Блять, рядышку все, ну резните, пожалуйста. Чтобы не бежать. Дай кирс, Хавки. Thank you.
тактики знает, значит, да? Раз подписчик, значит, тактики знает. Это что за ник? Устал от дыркл? Нет цели. Там Т-5 есть у танка хоть одно? Кто из них это, мэйд-то? На кого она полюбится? Кому кулак бахнет? Чё, Геру нет? Кстати, узнал, сколько крита нужно стоять? Я в шипе стою сзади. Чего нужно делать? Старичок-то да. Бля, чё, ни Лема, ни демона, да, пиздец? Пиздец. Чё, можешь демона сделать, пойти, пока трэш бьёте? Спек. Ну, конечно, в демоне я не дам, блядь, 14к на ребре, ну, блядь, я хотя бы всегда.
Да, он не Лема, ни когтей, ни демона. В смысле, вообще пиздец. Ну, я была в Леме. Когда я потом не хотела. Давай, короче, пока вы трэш бьете, я пойду демона замучу, хорошо? Вы здесь потому, что наделены особым. Да я нормально. Я сейчас спек скину и сразу сюда повлечу, и тут уже куплю и замучу. Ничего вы согрели. Ну, к ДПСу там как бы еще десятка. Эй, вон там пизда сейчас будет. А вы поднимете? Слева помощник тоже. Нет, там помощник скорее, нет. Скорее окна. Да. Да. Щиток кинули. Если не показалось. Щиток от ДС? Вон, а ты говоришь, я не успею, ведь да, какой вайп, прям для меня, чтобы я успел. Щиток от ДС, да, кто-то сказал? Нет, не от ДС. Ой, ты сегодня что-то какой-то злой. Не-не, он нормально. Когда злой, он там матекаться начинает. Налево посмотри. Рачела, блядь. Бой сам за. А на какой кнопке у протопала таунт? А как называется? Сову у них кинь. Я одного законтролил. Ты, блядь, видишь, что у меня ноль маны, я каски бафал, ёбаный в рот. Знаешь, как фиксится, нет маны, одеваешь ДД-шмот, танк-шмот, тебя похилили, одеваешь ДД-шмот, танк. Я на него уже щит не кидаю, он все равно без маны стороны.
Великий, можете бить ученика. Там рейндж далекий. Хитбоксы. Танки, а кто-то на профессоре был? Да. Рано спрашиваю. С интернетом до этого говорил, что у него были вчера проблемы, может сегодня... Они вон светятся, да, каким-то говном, по сути? Не забудь большого вот там в углу, который хорошо там много. Да, да, кстати. Рыба есть? Это, меня можно суммонить, я в принципе готов. Сейчас раскидаю этого. Ну, в смысле, я тут символами просто чуть-чуть не помню, что надо ставить. Нужен нам дух. Ты нас покормишь? Дай жрать! Сначала нужно выбрать цель. Бой, это если зайду. Здравствуйте. Проверяй готовность. Час. Привет, старичок. Привет.
вступать в эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Чё, когда Гера? Нет, он до меня еще сдох. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Сечение написано. Странно. Да. Хорошо. Танк ловить, Нормально. Да, хорошо. Я бы сказал, одна из ход. Что нам Гера надо? Она тебе дает основные статы, которые тебе надо на САУ. За демона не хватало вообще не ебуть сжать. Да, где-то. Ну, с ХМ качество. И вот это не знаю про хренку больше или меньше, не знаю. Хренки также падают. Да, да. Ты юзаешь на одного, и всех, кто рядом лежит, тоже будет тебе. Бомбосрез, походу, да? Ну да, похоже. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя! Занять позицию. Дракон.
реку скачал? Ну-ка. Я вот еще криптом качаю. Я пока не могу это использовать. Я там... Я ему тоже... В Дискорде пишет, я ему сейчас тоже напишу. Сейчас я его в Дискорд загоню. Нет. Время, деньги, друг! Сейчас мы в Дискорд. Кровь и кровь! Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертью. Я пишу, куда ты пропал? Я тебя сейчас ругать буду, заходи быстро в Дискорд. Он такой пишет, да я сам в ахуе. Загулял, понятно. Ну да, у меня про интернет. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Так-так. Здорово. Привет. Сейчас вы ответите перед солдатом. Чё вы? Блять, я забыл нахуй. Приебал все деньги на этой ебаной свадьбе нахуй. А потом первого числа просыпаюсь. Залупал на воротник нахуй. Интернета нет. Да бля, ты чё? Был вообще про него. Думал, оно само платится. Охуеть. Вы чё там на фул идёте? Угу. Тут, короче, Враска два осколка собирает, а потом очередь Хирсворн дальше продолжает. Обойдётся. Это он меня сместил, между прочим. А я стрил в этом Нексусе, я, короче, Финду на баба вызвал и отправил через тексты сразу. Да, ты неправильный гайды пилишь, там петами надо. Улетаем или что? Подожди, Маку. Чего там соляру не переводили больше? Там робота усложнили чуть-чуть. В плане. Теперь у тебя еще вылетает нахуй во время боя или что? Но мы не ходили, но асгардовцев уже проблемки. Там типа, они не убили, что ли, на этом КД еще?
Они ему хосту увеличили, он теперь догоняет. Да, он догоняет теперь. Слушай, да. Они в обычке, там мобы, вот на Кельдонате мы были, на Келе. Все боссы очень быстро бегают. Не знаю. Лол. Особенно с топором, вообще его не догнали. Да, ну миник, да, миник. Я не могу. А, то есть они вообще всем, блядь, увеличили, нахуя? Кто знает. Безерон такой безерон. Пиздец. А на роботе стакает быстрее на танков, плюс бегает быстрее. В смысле стакает быстрее, там что, теперь чаще он удар дает? Ну, говорю, мы не ходили, но ребята говорили, да. Убегайте! Короче, боль. Ты, кстати, вовремя зашел, потому что сегодня РК-4. Я трупом протонулся. Я вижу, да, по календарю. Пойдем в ОКХН. Да ладно. Да не, вчера Лёха такой, не хватает. Он, наверное, меня уже проклинает, нахуй. Потом такой говорит, я вас прошу, после первой фазы скиньте скаду и пусть ХПС показывается, кто нахилил на второй фазе меньше. Там вообще прям по-жёсткому было на второй фазе. Это где, на Аларе?